квартиру пойдешь. С Новым годом, с новым счастьем. Рассказывайте, как вас зовут, кто вы такие? Мы Федя. Как? Федя. Два Феди. Я Семен. Семен. Андрей. Андрей. Очень приятно. Царь. Так, дети, а теперь расскажите мне, вы какие вы знаете загадки? Много. Вы же понимаете, что мама просто так подарки не получает, обязательно. Сейчас я вам загадываю загадки, не отходя от кассы, а вы отгадывайте. Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. Морковь. Только морковь? Так, молодец, правильно. Морковка. Так, не лает и не кусает, а в дом не пускает. Замок. Молодец у нас, бабуля. А сейчас загадаю вам загадку, на которую отгадку очень трудно разгадать. Она звучит так. Уходит на четырех ногах, заходит восьмью ногами. Почему? Нет. Нет. Выходит из дому на четырех ногах, заходит восьмью ногами. Ну что, подсказки не считаются, ну-ка. Ну, давайте напрягайте память. Кто может выйти и зайти? Ну, собака может. Человек. Человек, а что, у него 8 ног, что ли? Нет, у него... Ну, вы не шутите, Миша, так. Миша не старается отгадывать. Заводящий вопрос. Нет. Нет, я буду говорить теплее или горячее, или холоднее. Давайте еще варианты. Ладно, я подам подсказку. Шерстяное. Выходит с дома на четырех ногах, заходит восьмию ногами. Так, теплее. Собака. С кем кот? Кот-кот, Новый год. Давай-давай, думай. Кот. С кем? А то я сейчас уже затанцую. С собакой. Нет. С человеком. Скорее всего, собака с котом. Нет, не с человеком. Кот. Ну, кот, еще что есть у нас? Кошка. Кошка, еще горячее. С чем? С котенком. Ну, с котенком это как вариант. Нет, вот с котенком близко. С уткой. С чем она обычно заходит? С дома. Правильно, молодец. Победитель. Мышу принесла. Молодец, победитель. А знаете ли вы песни? Да. Да. А сейчас пойте песни, сделайте нам музыку потише. Пойте песни, а я буду слушать. И потом я вам спою свою. Фигурочка, внимательно слушаем песни. А я пока развяжу мешок. Поехали, начинаем с тебя. Зарабатывать. Стихи, песни, рассказывают все, что готовят. Щелки дуя на пенек, рядом ставят свой мешок. Пахи сделали пусть босса, а мне босс остался. Правильно. Ура, правильно, так, следующий. Мы должны поддерживать, давайте похлопаем ему, поддерживаем. Ура. Поддерживать будем. Конечно. Следующее. Давай получим. Басню. Давай басню. Кстати, очень давно не слушала басню, мне было интересно. Давай. Сколько раз твердили мир, что весь колдун с нас бедна. Да все никак не спросил, и в сердце где-то всегда отнюдь было. Вороне где-то был, послал кусочек сыра. Ага, наели вороны, пронадясь, позавтрак совсем не закрывать. Да призадумаешься, да ворку удержала. А то беду лет сами удержала. Лег сильный сырный дух, лесу остановил. Висит сыр, я сыр, бойцы тут сыр принял. Но тот под деревом на цыпочку походит. Так, так, так. Я слушаю внимательно. Ворон глаз не сводит. Говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша. Какие перышки, какой носок. Носок какой... Должно быть ангельский. Должно быть голосок. Должен голосок. Дальше. И... Так, ты продолжай. Короче, ворон. А он, наверное, не знает, как ты понимаешь. Знаешь, давай, продолжай. Давай, вообще хорошо, если знаешь, сколько до конца. Должно быть ангельский. Нет, должен ангельский быть, должен голосок. Голосок. Спой, Светик, не стыдись. Вот. Коль ежели сестрица, при красоте такой и петь ты мастерица. О-о-о. Так, молодец. Так, да, следующий участник. Подсказывает. Выручайте. Так, так, так. Давай. А я подскажу теперь. Дед Мороз тоже может подсказать, но я знаю грузинскую версию этой сказки. Да? Да. Можно сказать? Да. Еще бы. Послушайте, не можете с акцентом? Каждый год мне не узнал. Это я через горы Грузии ехал. Я вам расскажу свой вариант. Ну-ну. Ворон летел, летел и сел.
Лиса бежал, бежал и стал. Ворон летит, лиса стоит и комплименты говорит. Какой фигур, какой мускулатур, ворон спой. Ворон молчит, ворон спой. Ворон молчит, ворон спой. Ворон запел. Сыр фырк на землю полетел. А суть той басни такова. Аллах дал, сиди и кушай. Правильно. И комплимент других не слушай. Всё, не слушай, аплодисменты. Вот, подарки Дед Мороз заработал. Да, ребят, да, поэтому подожди. Всё. Нет, сейчас я каждому даю. А, у нас, да, призы. Так, это тебе за твой стишок. У нас же два еще мальчишки. Так, подошли. Не торопи меня, фигурочка. Я не тороплю, ты пока подарки раздавай. Хорошо. Тут столько как подарков. Как ребят, скажите, новые друзья сейчас у нас появились. Сейчас они сами скажут. Это тебе. Вот она. Ладно, передавай на кухню. Это тебе. Травоядный. А, еще горячий сомненный. Сейчас всем дадим. Петь на кухню передавай авокадо. Сейчас всем дадим, ребятки. Снегурочка, а ну-ка помоги. Достань-ка из мешка мне кто-нибудь подарок. Отлично. Все, а теперь слушаем вот этих замечательных ребят. Как вас зовут? Здравствуйте. Я хочу поздороваться с вами. Давай на грузинском, но рано. Здравствуйте. Как? Мое имя Дед Мороз. Это Снегурочка. Не стесняйтесь. Мы сейчас будем танцевать. Возьмемся за руки и сделаем круг. Согласны? Окей. Вот человек, с ним надо работать. Дедушка, подожди. Тут же есть новость. У кого-то из них день рождения. Поторопился я. Ну, извините. Точно, подожди. А кто сегодня именинник? Меня. У тебя день рождения. Встань, да. Вставай на тумбу. Знаешь что, поиграем в интересную игру. А давай-ка становись сюда. Да, давай. Раз ты именинник. Чтобы рост большой, чтобы был добр телом и душой. Давай. Мы тебя сейчас все вместе с твоими друзьями поздравим с днем рождения. Ты готов к этому? Да. Всегда на день рождения поздравляю. Давай поговорим по-русски. Давай. Я не слышу вас, вы готовы? Да. Ура. Я отворачивайся от них. Мы знаешь сейчас что сделаем? Сейчас, игру ребята, сделаем, умеем, да, вот ну, разными голосами менять там, допустим, вот так вот разговаривать, или вот так вот разговаривать. Кстати, безлевыми разными такими голосами умеем разговаривать. А именинник да. будет отлично. Угадывать. Придумайте, каким голосом сейчас вы будете говорить. Мы сейчас за спиной, он играем. Не видит вас. Я тоже хочу играть. Давайте вместе, ребят. Да. Слушайте, вы сейчас со спины подходите к нему, не трогаете его и искаженным голосом поздравляете его с днем рождения. Он там все, что хотите пожелать, вы говорите там, поздравляю с днем рождения, там желаю счастья, лично жить не пугну, допустим, да? Вот, ты понял, да? Вы поняли? Отлично. Поняли, поняли. А он потом должен, и обратно на свое место встаете. Он должен угадать, кто же это его поздравлял, ты понял? Будешь угадывать? Да, давай. Все, только не поворачивайся. Игра угадайка называется. Поехали. Так, давай, Дед Мороз, подожди сейчас. Подходи. Не поворачивайся, нельзя, не поворачивайся. И вот первый человек. Поехали. Подходит, пусть. Три, четыре. Только не поворачивайся. Так, кто это был? Ага, молодец. Следующий. Подожди, подожди, так чуть-чуть дальше. Дальше. Чтобы он не поворачивался. Я вот его так буду держать, чтобы он не поворачивался. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья, блядь, на жизни. Кто это? Федя Выберный. Да нет, не Федя это был. Какой же это Федя? Давай, еще раз, еще раз. Подожди, сейчас давай еще раз. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья, блядь, на жизни. Покой, Дед Мороз. Вот ты даешь. Дальше, следующий у нас поправляет, а ты не поворачивайся. Давайте, кто следующий? Молча, молча, молча подходим. Отлично, дальше, как думаешь, кто это? Может, вот сейчас можешь повернуться. Да говори, не думая. Подумай, кто это? Как ты думаешь? А, мне так дедукция начинает работать. А, ну, естественно, это уровень голос прошел. Дальше еще раз кто стоит? Можно повторяться так. Привет! Семен! Семен!
Давайте тогда на счет 3-4. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Да, подарочки в конце. Здесь у меня мешок подарков разных. Красных, синих, белых и атласных. Поэтому надо будет разгадать, что здесь. Не все подарки сразу. Так, а сейчас у нас возникнет хоровод. Да, вот. Надо ж пошевелиться, чтобы... Потому что на дворе у нас Новый год. Вот, погнали. Берите собаку тоже с собой. Да, ну, держи. Так, это награда имениннику. Держи за то, что ты угадал. Три раза угадал ты. Три отгадки. Все, молодцы. Ого, давай, да, сюда приступим. Ну что ж, друзья, давайте теперь разомнемся, пошевелимся, а то что стоим просто. Ребятки, давайте, наверное, сейчас мы сделаем конкурс танца. Давай. Кто-то будет показывать движение, а мы все будем повторять. Согласны? С тебя начинаем. Кто будет показывать? Так, поехали. Нет, нет, нет. Показывай. Показывай еще раз. Повторяем, ребята. Так, следующий. Давай. Опа, вот это движение. Ничего себе. Давно я кости не разминал. Зимой и летом. Так, следующий. Опа, прыгай. Так, следующий. Необычное движение. Знаете, а вы теперь показываете. Так, смотрим движение. Смотрим. Отлично, с ножки на ножку, поехали. Отлично. Пакетик пока поставить, не мешает. Нет, это танец именно с пакетиком. Так, теперь ты. Давай движение. А почему взрослые у нас стоят? Ну-ка тоже взялись. Так, вот, отлично. Деда в середину, а деда в середину. Так, а мне что делать? Это давайте. Слушайте внимательно слова. Мы попрыгаем на ножке. На ножке, на ножке. Два, три, четыре. И покружимся немножко. Раз, два и четыре. Присядем на дорожку. И потом пойдем, встанем за руки и возьмемся. Мы пойдем сейчас налево. Налево. Так, а я буду налево вот так. Пойдем направо. Направо. Легким быстро соберемся.
мы разойдемся. Мы попрыгаем на ножки. На ножки ногой. И покружимся немножко. На одной тоже ножке. Мы сядем на дорожку. Сядем. Встанем за руки и возьмемся. Мы пойдем сейчас налево. Смотри, как быстро. Еще быстрее, быстрее, быстрее. Уже быстрее поем. Право. Садимся. Так, 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 так. Обратно разойдемся. Отлично. Мы попрыгаем на ножке. Это я помню. И покружимся немного. Это тоже на одной ножке. Присядем на дорожку. Встанем за руки, возьмемся. Мы пойдем сейчас на дверь. А я быстрее вас. Папа. Мы попрыгаем на ножки. Так, 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 так. И покружимся немножко. Так, 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 так. И присядем на дорожку. Встанемся и возьмемся. Раз, два, три, четыре. Мы пойдем сейчас налево. Конечно. Разогрелись, я тут вообще упала. Так. Фу, господи. Дедушка, что же мы будем еще делать? У нас столько всего интересного на самом деле. Мне про Деда Мороза. А, вот, а давайте вы мне... Вот кто-нибудь знает, кто такой Дед Мороз и Снегурочка? Да, это расскажи. Вот, ты знаешь, расскажи. Как он написал? Ну, не только, наверное. Старорусский. Хорошо, а Дед Мороз где живет? На севером. Нет. На Гренландии. Нет. Нет. Ну, в Устюге. Где ты был? Вот, в Устюге, правильно, молодец. Вы в Лапландии. Оказывается, да. Ты в Лапландии теперь живешь. Да, ну ладно, ребят, я не знаю. Ну, может быть. Я в русских городах живу, в Великом Новгороде. Ну вот это пауки-пауки. И так далее. Да, это уже там в других городах живешь, да, тоже. А теперь я вам спою песню. Ой, да зимушка, зима, мое сердце и душа, ой, реки глубоки, да поля зеленые, ой, станица, пой село, да и город весело, в наших землях мы живем, в наших землях мы поем. Ай да зимушка, зима, много снега намела, веселись и пой, народ! Ой, высокая нота. Здравствуй, здравствуй, Новый год! Молодцы! Вот такая сольная у меня песня. Только что сочинил. Конечно. Поэтому он всегда и требует с вас, чтобы были стишки, вот песни, да, танцы, потом он сам поет. Да, и пляшет и поет. Дед Мороз, а я знаю, что у тебя есть очень интересный конкурс. Очень интересный. У меня есть очень интересный конкурс. Я думаю, что здесь им очень понравится. Мой мешок еще полон. Поэтому конкурс на потом. У тебя никогда не заканчивается, я твой мешок знаю. Ладно. Все это время берешь это каждый раз. Да, я беру, я нахожу. Вот письмо телезрителей. Гномы приносят ему письма, а он... Да. Читай. А теперь скажите все мне, вы загадали свое желание на Новый год? Да. Да. Каждый загадал? Да. Так вот, иногда желания... Говорить не надо. Иногда желания сбываются сейчас, а иногда находим мы под елкой их. Поэтому настанет чудный час, и все вы... Заберете все подарки. За 14 лет. Да, сейчас у меня здесь подарок для именинника. И еще. Именинника. Да, и брата именинника. И брата именинника. И брата именинника. Так, подходите.
Давай. Вы себя вели хорошо. Конечно, в первую очередь именинник. Подарки разные, да. Да, у него подарки разные. Праздник. Так, держи тебе. Та-та-та-та-та. Так. Держи тебе. Та-та-та-та. Но это еще не все. Вот здесь подарки у меня. Один подарок. Он на всех. Кто угадает, что здесь лежит? Ну давай, новогоднее чудо. Да, это чудо. Ну, почти что прям вообще да. Точку. Тепло. Дальше. Дружба. Дальше, да. Хорошее настроение. Подскажу, это инструмент. Ага. Пушка. Хорошо, другая загадка. Меняем всю программу. Что у меня сегодня с собой нету? Чего я позабыл? Олени. Олени там стоят. У нас никогда не было лошади. Лошади у нас вот, посох. Молодец. Да, посоха нет с собой. Я поменял его вот на вот это. Кто догадается, что здесь? Пощупать хочешь? Ну-ка на. Нет, нет, не открывай. Так. Чуть-чуть, долго не за. Селфи-подставка для камеры. Нет, не селфи. Блин, я видел... Капуской. Что ты видел? У меня мешок не... Лыжи, да, наверное. Нет, не лыжи. Я же сказал, это инструмент. Да складной просто. Складной инструмент, но не посох. Стол. Кресло. Ну-ка, щупайте. Закуска. Все. Что? Труба. Молодец. Молодец. Правильно. Как догадался ты? Это музыкальный инструмент, не просто. Так, сейчас подарок я тебе дам за это. Ничего себе. Никто еще не догадывался. И подарок мой вам будет музыкальный, самый настоящий. Но перед этим еще два пути и две загадки. Так, смотрим мой инструмент, который выменял на посох я в дороге. Ого, ничего себе. Да, откуда знаешь? Молодец. У нас по музыке пятерка. Кардиоза никак вообще не дойдет. Может, штук я сейчас найду, подождите. Я могу помочь. Давай. Да, достаточно. Да, я потом покажу. Внимание сюда, секундочку. Ребята! Так, ребята, сейчас мы проведем заветный Валера. Конкурс. Валера, ну раз, да. Я играю вам на волшебном инструменте. Внимательно слушайте, это конкурс. Это а вы угадываете, свет, кто из животных так кричит, как я играю. Он будет на трубе играть. Звуки, голоса животных, а вы должны угадать, кто так. Это волшебная труба, не просто вам. Труба. Вы это готовы? Не золотая. А посох был серебряный, поэтому сменял я. Так, молодец. Сейчас в бороду попасть еще, деду. Выгодная сделка. Так, бородка моя. Мешает. Так, мешает, но не мешает. Так, ну что, готовы? Да. Точно? Только поднимаем руку, не выкрикиваем с места. Первый, кто поднял руку, того и спрашиваю, хорошо? Поехали. Кто? Я. Говори. Ты угадаешь. Ты слон. Из двух ног. Нет, не слон. Второй ты говори, поднимал руку. Сейчас подумаю. Подсказка. Свинья. Нет. Собака. Ну почти. Кошка. Утка. Утка, правильно, молодец. Молодец. Так. Теперь следующее. Задёк.